Вот как раз один из представителей радикального ислама сегодня стал самым обсуждаемым персонажем в интернете. Террориста-смертника со слезами на глазах сняли в Сирии за несколько минут до выполнения миссии. Растиражировали лицо этого несовершеннолетнего боевика все западные средства массовой информации. Теперь его знают тысячи людей по всему миру. К нам присоединяется Михаил Генделев. Миша, ну есть данные, что боевик родом из Узбекистана. Что на это указывает? Ну, сказать со стопроцентной уверенностью, что он из Узбекистана, нельзя. Есть косвенные доказательства этому факту. Вот эти видеокадры. Молодой человек, которого зовут Джафар Аль-Таир, позирует сослуживцем в броневике и поначалу выглядит весьма бодрым. И вот уже через пару секунд меняется в лице, объясняет, что боится не справиться с заданием, а ему нужно подорвать себя вместе с броневиком рядом с лагерем противника. И вот тут один из боевиков начинает подбадривать парня по-узбекски. Ну а заканчивается видеозапись кадрами взрыва и одобрительными возгласами террористов.